Продолжается расследование инцидента с рейсовым автобусом Тобольского ПТП, у которого на ходу отпали колеса. Это случилось в минувшую субботу на 197-м километре трассы Тюмень-Ханты-Мансийск в районе села Дегтярево. По предварительной версии Тобольского ПТП произошло самопроизвольное откручивание задних левых колес. Из-за этого автобус занесло, но водителю удалось остановить его на обочине. Предварительно у пассажирского автобуса «Хигер», следующего рейсом Тюмень-Тобольск, отпало колесо. Автобус ехал на обочину. В это время в автобусе ехали 13 пассажиров, которые не пострадали. Все пассажиры были пересажены в резервный автобус и отправлены до пункта назначения. Причины съезда на обочину автобуса выясняются. Как сообщили в Тобольском ПТП, внутренняя проверка продолжается, результаты обещают огласить.